Главный новогодний приз от телерадиокомпании Брест нашел победителя. Ею стала жительница Бреста. Сегодня наша съемочная группа отправилась к ней на встречу, чтобы вручить подарок и поздравить с выигрышем. Как это было в следующем видеоматериале. Традиционно телерадиокомпания «Брест» порадовала своих зрителей новогодней программой со множеством поздравлений и пожеланий. 30 декабря в зимний субботний вечер внимание жителей первого региона привлекла настоящая новогодняя заверуха на «Беларусь-4 Брест». В ходе интерактивного квеста с генерированного нейросетью наши телевизионщики креативно решали задания, чтобы спасти телевизионный Новый год. Увлекательный сюжет, обилие ярких планов праздничной иллюминации города, новогодних песен, поздравления от звезд эстрады и финальная песня от сотрудников телерадиокомпании «Брест» – все это не могло оставить наших зрителей равнодушными. К тому же, во время новогоднего телеприключения на экранах периодически появлялась таинственная цифра 4. А это, как оказалось, было заданием для самых внимательных внимательных телезрителей, посчитать количество четверок и отправить сообщение на номер студийного вайбера. Успеть сделать это до полудня 31 декабря. И тогда вы получите прекрасный волшебный приз «Самовар» что такое Новый год без новогоднего подарка? Вот мы и решили подарить самый настоящий новогодний приз. И как мы обещали, мы подарим ему первому человеку, который пришлет правильный ответ. Наш Шерлок Холмс. Внимательная и молниеносная Наталья. Пойдемте знакомиться. Наталья, делитесь впечатлениями с нашими телезрителями. Позвонила мама, говорит, будет программа, смотрите всей семьей. Вот мы и сели с мужем, с малышкой, начали смотреть, э, начали болеть, кто, кто первый. Ну, в итоге оказалась первая я. Хотим сказать огромное спасибо от нашей семьи за такой прекрасный подарок, который нам, кстати, очень кстати на будущее. Наша семья поздравляет вас с ну, наступившим Новым годом, желает здоровья, семейного благополучия. Верьте в удачу, она обязательно сбудется. Наталья, телерадиокомпания Брест дарит вам вот этот новогодний подарок. Держите, пожалуйста. Очень здорово! Спасибо вам большое! Очень приятно получить такой э, клевый подарок к Новому году. Дорогие телезрители, участвуйте в жизни телеканала Беларусь-4 Брест. Следите за нашими новостями, будьте с нами. У нас будет очень много интересного. Ксения Цинская, Станислав Линник, телерадиокомпания Брест.